к золотым медалям. И Академия в этой игре, по крайней мере, заставляет фаворита понервничать, подергать за те самые нервы, которые отсутствуют абсолютно у Захарчука. Заехал в зону, никто его не встретил. И кистевым броском расстрелял просто ворота Академии. Никаких шансов у Музыкина на спасение в этом эпизоде не было. И Академия берет 30-секундный перерыв. Ну, действительно, как же так дали Захарчуку бросить? Просто расстрелял ворота Захарчук, и непонятно где.